Всем привет! Сегодня будем собирать теплицу Легенда 3х6 на брусе. Вот там готовится основание. Брус у нас палисандр, цвет. Решили его клиенты дополнительно обработать. Вот сейчас красят какой-то белой краской. А мы пока разгружаемся и потихоньку приступаем к работе. Каркас мы собрали, закрепили его к основанию. Нанизали поликарбонат на стены. Сейчас дооденем профиля, поставим переливы и перейдем к покрытию крыши. У нас завершился монтаж. Напоминаю, строили сегодня Легенду 3х6. Пойдем смотреть. С этого торца у нас две распашные двери. Двухстворчатая дверь, так называемая. Потому что здесь потеснее. С другого торца дверь с форточкой. Также имеется форточный блок на термоприводах. Термоприводы пока деактивированы. И стеновые фрамуги тоже на приводах. Тоже пока отцеплены, потому что холода. В рабочем положении они пока не требуются. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 40 на 40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Имеются диагональные усилители для большей жесткости конструкции. Стоит все это дело на брусе. Брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Вообще, когда клиент начал красить его белой какой-то гуашью, пропиткой, я думал, все, хана испортится. Нет, смотрите, он подсох. В принципе, цвет палисандр остался на месте. Вот тут небольшая лужа вот этой белой пропитки. Брус, в свою очередь, закреплен с помощью икрей к грунту. Также есть система подвязки по две нитки на каждую сторону. Теплица большая, надежная, просторная. Высота стены 1,80 м. Высота в коньке 2,60 м, если не ошибаюсь. Ну, почти 3 метра, короче. 2,70 м, наверное. Очень надежная и прочная теплица. Поликарбонат здесь 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. И также по периметру торцов установлен прижимной уголок, который помимо декоративной функции еще и прижимает поликарбонат. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!